Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Мафию 2. Так, ну и давайте пойдем. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Угоните Джефферсон. Держите Е, чтобы взломать замок. А, F, сори. Никто тут не идет. Так, я такой. Подозрение в угоне машины. Жми на газ. Сори. Ясно. Вот машину угоняешь, преследую. Так это еще не конец. Бросим, быстро. Эту машину разыскивает полиция. А что мне делать? Твою ж налево, чуть не впилились. Так, надо уехать от полиции, да? Прям GTA. О, я уже учился более-менее входить в здешние... Хотя нет. Плохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Так, окей. Сервис надо найти, да? Поедем сейчас в сервис. Чувак, ну что, объехать не можешь? Ну ладно, я по встречке еду, мне... Мне... Эй, аккуратней. Ребята, аккуратней. Ребята, аккуратней. Блин, мне нравится эта игра. Вот, поставь прямо перед дверью гаража. Ага, а теперь посигналь. Добрый день. Так, отлично. И что он сделает? Он ее перекрасит или что? Так, чем могу помочь? Сменить номера, чтобы машина не значилась в угоне. Сменить номера. Для тебя не вопрос. А, так я могу прям... Ну, давайте побольше их там изменим. Давайте их изменим там побольше. Вот так, например. Мы ее малость открутили. Так, а что еще я могу? Сменить номера, перекрасить машину, чтобы она больше не значилась в угоне. Ну, давайте перекрасим. Давайте в кра... А. Ну да, мощную у вас любой. Нет, я не хочу, она какая-то цвета... Детская неожиданность. А, во. Во, давайте красненькую. А еще есть такая чуть... О. Вот это вот ништячок. Так, перекрасьте машину, форсировать двигатель, чтобы легче уходить. Ну, форсировать двигатель, это я так понимаю... Ух ты, тюнинг. Машина отрегулирована. Ваша машина станет как новая. Выбрать новые колеса. Слушайте, мне вот эти понравились. А что тут еще? А, и все, сменить номера. Ну все, нормально. Вообще четенько, слушайте. Пам-парам-пам-пам-палам-палам. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, сделаем. У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Так, свалка на Риверсайде. А это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Все тёлки с ума сходят. Блин. Я что, слышу намек на зависть?
Ты шутишь? Мне-то зачем танцульки? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам... Так, ребята, аккуратнее едем. Так, перекресток. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Блин, прям Петросян. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил... Ой, блин, перестань. Сори. Сильно помяли машину. Вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает. Блин, ну так. Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы. Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя. Ну, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Блин, они, конечно, жгут. Да, тут, конечно, вот и свалка, Майка. Управляемость... Ну, такая себе, скажем, интересная. Так, ладно. Но я так понимаю, тачки для нас не проблема будет. Привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, блин, я их вытирал. Прикольно. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а, слесарюга? Засохни. Ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага. Ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. А, твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну. Истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Боже. Да хрена! И еще не факт, очистит ли. Ты заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Вальтер Купе. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, Андиамо. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. О, пушкарик. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Блин, я ей стрельнул. Расстреляйте шины. Блин, да я уже ее их расстрелял. А, поговорите с Джо, чтобы получить еще патроны. Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Уху! Бензин остался. Но я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора.
Чтобы убрать оружие, нажмите H. Так, понятно. Езжайте с Джо к бару «Одинокая звезда». F, сесть. Так, отлично. Отлично. Поехали к бару «Одинокая звезда». Нажмите запятую, чтобы сменить волну или отключить радио. Да, не будем заморачиваться, пусть играет, что играет. Как говорится. Тем более музыку увел. Так что тут вы, по идее, вообще не должны слышать. Здесь направо. Я понял, здесь направо. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Ха, куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Преследую гонщика. Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше. Нет, сейчас не такой. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазые свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась. У тебя не было всего пару лет. Этому району. Блин, а чё полицай прям так за мной погнался из-за того, что я скорость превысил? В GTA такого нет, пока ты никого не собьёшь. Бимеры, букмеры, хрен их разберёшь, что это такое? А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат, вот и все дела. Тебя они не трогают. А если полезут, я не зря тебе пушку дам. Кстати, теперь с оружием ходишь? Это ещё зачем? Из него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Так, отлично. Отлично, мне нравится. Блин, конечно, я тачку покоцал, но ничего страшного. Да блин, я не... А дом родной ему уже не нравится. Я не ехал быстро, и вообще, как ты спалил так меня? У тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. Эй, полицай! Отстань! Отстань, полицай! Так, ага, вот он вроде бы отстает. Все, мы вот, приехали. Вот так, кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. Зачем? А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Так, окно выбивать я не хочу. Так, я ж могу перелезть, ага. Какого чёрта там делаешь? А, чёрт. На. Да блин, он такой... Ты такой говнистый. О, добивающий. Отлично. Добили его. Так, все, с этим разобрались. Чё за нафиг? Эй, ты что делаешь, мазафака? Мазафака? Так, мне нужна пушка. Макаронник. Блин, макаронник. Четко готов. Так, вон еще один бежит. Готов? Нет. Готов. Все? Это вроде как все. Так, держите F, чтобы взломать замок. Так, а тут он такой простой. Как там зафиксировать? E. Все.
Идите. Я ж могу их. Мамма мия! Да что ж вы творите? Идите нафиг, нигеры! Ай, мент, куда прешь? Вон нигеров лови! Нигеров, меня не трогай. Господи, я надеюсь, она сейчас не загорится. А может и загорится. Так, ладно. Пока уходим. Вроде бы как бы ушли даже. Но от ментов точно. А вот насчет... Эй, ты аккуратней. Ты так... Куда едешь? Оу, сори. Машина уже дымится, блин. Мне ее на целенькой пригна... Ай! А там, я смотрю, и полиция, и нигеры. Да блин, ну что же вы тут все так паркуетесь на поворотах? Кто так делает? Так, там, я смотрю, нигеры с полицией стали перестреливаться. Это хорошо для нас. Замечательно. Майку доставить в Альтер-купе. Ну, я тут немножко припарковался, так, притерся к чувачку. Так, ну вроде бы все спокойно. Вроде бы как все спокойно, и особых проблем сейчас не должно возникнуть. Блин, я хочу просто походить по городу, поупарываться, по... Ну, в общем, потворить фигню, чтобы меня там 100-500 раз убили, я заново начал. Джубазы Чоко Манки... Ох, ее как ее крутит, блин, это прикольно. Вообще тут все машины, знаете, такие с управляемостью у них беда немножко. Но к этому надо привыкнуть просто. Уйди. Уйди с дороги. Так, куда нам дальше? Ага, нам дальше сюда. Так, я так предполагаю, мы уже рядом, потому что мы по этой дороге... О, мент! А я типа ехал не быстро, да, сейчас? Ну, наверное, нет. Там мент. Я понял, они на карте с синими такими, ну, с синими машинками отображаются на карте менты. Так, замеч... Давай. Опа! Проехали. Это вот она уже, свалка эта. Уже рядышком. Тут уже осталось-то. Вот. Просто доехать и все. Так, и 400 баксов наши. Снова в деле. Я пригнал вам тачку. Задание выполнено. Как все прошло? Все изи. Только машина принадлежала кучке нигеров. И как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Да, наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Ха. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда уж паны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хороша. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. Вот твои 300. Остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Так, ладно, 300 баксов у нас появилось. Замечательно. Замечательно. А сколько у меня всего денег? Или всего у меня 300 баксов и есть? Слушайте, ладно, давайте тогда на этом этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.